Представьте, что в один момент вам доверили управлять горнолыжным курортом. Вам предоставили стартовый капитал, помощников и, главное, роскошный участок земли в горах. Ваша задача – не растратить впустую деньги и сделать лучший курорт для лыжников. Задача, откровенно говоря, непростая, но очень интересная. Итак, у нас есть некая сумма в местной валюте и зачатки горнолыжного курорта. Для начала назовем его звонким именем и приготовимся пройти курс менеджера проекта. Тут можно узнать, как строить собственное шале. Это такие уютные хижинки люкс-класса, небольшие бизнес-центры, где можно проводить мероприятия, которые будут приносить деньги, а также научиться облагораживать территорию елочками. Развитие практически бесконечное. Управление в игрушке традиционное для игр City Builder. Кнопки находятся по бокам экрана. А вот графика нетрадиционная, она безумно симпатичная, даже милая, да еще и с поддержкой ретина экрана. Нет, лиц местных туристов вы не рассмотрите, но картинка местности просто шикарная. Кстати, City Builder тут разбавлен элементами другого жанра Hidden Objects. После n-ного количества уровней вам придется искать в городе таинственных гостей с подарками. Горнолыжный курорт – качественная игрушка с огромным количеством юнитов, заданий и всяческих улучшайзеров. Активное развитие курорта может резко тормознуться, когда местные деньги закончатся, и вам необходимо будет сделать сложный выбор – ждать, когда ваш курорт будет приносить деньги в реальном времени, либо тратить на него свои уже настоящие. Ну, туристический бизнес – штука непростая.